Приветствую, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам жуткую историю. На сайте Reddit один мужчина с ником QuickDisk опубликовал фотографии одной девушки, которая каждую ночь на протяжении нескольких недель приходит к его дому. Жуткая дама стоит некоторое время, а затем исчезает. Она имеет гротескные, сильно искаженные черты лица. Как отметил автор фото, у него нестандартный график работы, поэтому по ночам часто бодрствует. В последнее время он начал фиксировать у своего дома женский силуэт, притом достаточно жуткий. Оно приходит примерно в 4 часа утра. Один из моментов, девушка просто посмотрела на мужчину, ее вид был ненормальный. Так как дама была тощей и с увеличенными чертами лица, плюс ее тело было будто перекручено, у пользователя Reddit сперва вообще сложилось впечатление, что перед ним не живой человек. Девушка сразу убегает, как только видит телефон или фотоаппарат. Как видно на лучшем снимке, который удалось сделать, челюсть у девушки неестественно широко раскрыта. Ее запястья будто сломаны. Складывается впечатление, что она жертва аварии. Пользователи сети предположили, что дама больна анорексией, плюс она имеет психические отклонения, так как ходит без обуви и штанов. Они посоветовали не идти на контакт, так как девушка может быть агрессивной. Еще одно странное наблюдение, то что у девушки не видны колени. What the fuck?